Переходник для объектива Industar 58 3,75, это от фотоувеличителя. На объектив уже напрессован вот такой переходник с резьбой, то есть тубус. Резьбу не цепляет, фокусер это в диафрагму не цепляет, просто напрессован. Тут есть винты для чтобы зафиксировать винтами, но он по сути напрессован, сидит намертво. Дальше вот тубус, ну это тубус мой экспериментальный, но смысл такой, что вот такой тубус одевается с резьбой, который имеет сзади резьбу М42. Дальше это можно установить на через переходник, в данном случае это на микро, на 4х3, на Olympus зеркалку, возможно любой другой. Таким образом устанавливается и фокусировка. Фокусировка от бесконечности, если полностью выкрутить, буквально там до 3-4 миллиметров.